Здравствуйте, друзья! У самовара я и моя Маша. И, как всегда, мы рады приветствовать вас у себя на кухне. Сегодня мы будем готовить низкокалорийные ягодные слойки с фольеттини по-итальянски. Лето в разгаре, ягод и фруктов огромное количество, и я решила с утра пораньше, пока семья еще спит, а на кухне царит относительная прохлада, включить духовку. Да, поставьте ее на разогрев на 200 градусов. А тем временем я расскажу о необходимых ингредиентах. Во-первых, это ягоды и фрукты, те, которые есть в наличии. У меня банан, голубика, персик, 200 грамм творожка, мой зернистый, низкоуглеводный, 69 калорий на 100 грамм. Одна упаковка слоеного теста. В моем 275 грамм 398 калорий на 100 грамм. Я этим тестом пользуюсь много лет. Оно без животных жиров. Его можно и в пост использовать, и вегетарианцам. Советую вам найти в супермаркете свое любимое слоеное тесто. Итак, фрукты. Моем, сушим и нарезаем ломтиками. С персика я срезала пушистую кожицу. Чтобы улучшить вкусовые качества и повысить полезность творожка, я добавила 1 чайную ложку эритрита, можно любой сахарозаменитель, 1 чайную ложку инулина, 1 чайную ложку казеина и 1 пакетик ванилина. Можете добавить то, что хотите. Если у вас нет инулина, казеина, можно обойтись и без них. А теперь перейдем к тесту. Вытаскиваем его из упаковки. Оно у меня уже находится на пекарской бумаге. Распрямляем его и нарезаем. У меня получилось 12 ломтиков, но можно смело резать и на более меньшие кусочки. Перекладываем на противень. Обязательно не забудьте проткнуть тесто вилочкой. На каждый кусочек теста выкладываем по 1 чайной ложке творожка. Разравниваем. И выкладываем фрукты.
и ягоды. Неплохо получилось, не правда ли? Похоже на лоскутное одеяло, как было у бабушки. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Вынимаем из духовки, даем остыть минут 10-15. Можно присыпать сахарной пудрой по желанию. Выкладываем на тарелку и зовем всю семью пить чай. В одном таком ломтике 120 калорий. На мой взгляд, они очень велики, их можно смело разрезать еще наполовину. Готовьте с удовольствием, ешьте на здоровье и будьте счастливы. Приятного аппетита!